Волонтерство – это зов души и сердца. И те, кто участвует в этой работе, они настоящие люди. Центр поддержки волонтерского движения МГИМО существует с 2014 года и объединяет студенческое пространство всех трех кампусов на Вернадского в Ташкенте и Одинцово. За 6 лет активной работы волонтерского центра в его проектах приняло участие более 6000 волонтеров, а организовано было более 500 мероприятий. Центр поддержки волонтерского движения МГИМО был создан приказом ректора как наследие Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Волонтеры МГИМО осуществляют помощь по профильным направлениям университета: протокол, взаимодействие со СМИ, лингвистическая поддержка, атташе. Центр осуществляет набор и подготовку волонтеров для крупных и значимых событий страны и мира, таких как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу, Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Ключевыми проектами центра последнего времени стали Российская энергетическая неделя, Столыпинский форум, Бессмертный полк, Экономический форум и саммит «Россия-Африка», первая волонтерская гуманитарная миссия на пространстве СНГ и всероссийская акция «Мы вместе». Первая волонтерская гуманитарная миссия студентов МГИМО на пространстве СНГ была реализована совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Кыргызской Республики. Командой центра было успешно подготовлено и реализован ряд тренингов, направленных на особенности работы волонтеров по профильному направлению «Протокол» на крупных международных мероприятиях. В 2018 году Центр поддержки волонтерского движения начал свою деятельность в Одинцовском филиале. На сегодняшний день студенты кампуса принимают участие в проектах центра и стали частью большой, дружной, профессиональной команды волонтеров МГИМО. Для команды Одинцовского кампуса были разработаны уникальные кейсы, посвященные командообразованию и развитию необходимых компетенций добровольцев. Можно смело сказать, что интеграция прошла успешно, так как ни одно мероприятие не обходится без участия студентов обоих кампусов. Для меня волонтерский центр МГИМО – это возможность принять участие в масштабных международных проектах, практикуя свои иностранные языки. Ведь что может быть лучше для студента МГИМО, чем общение с их носителями? Волонтерство – это люди. Нам предстоит получить бесценный опыт работы в команде, ведь именно это и формирует МГИМО Family. В октябре 2019 года в Сочи состоялся экономический форум и саммит «Россия-Африка», гостями которого стали главы государств и первые лица из 54 стран Африки. Волонтеры МГИМО оказывали поддержку при организации торжественного приема президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Добровольцы обеспечивали информационную помощь в зоне для глав государств 109 иностранным министрам, сопровождали делегации в качестве атташе, оказывали лингвистическую поддержку, помогали в конгресс-залах, пресс-центре и в штабе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Конкурсный отбор в основной состав волонтерской делегации МГИМО составил 6 человек на место. Из университета надо внести не только знания, дружбу, знакомство, но и внести вот такую социальную практику, без которой сегодня вообще человек, как мне кажется, не человек. В период пандемии волонтеры МГИМО также активно помогали университету. Доставлено более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости для ветеранов МГИМО и студентов, проживающих в общежитии. Волонтеры университета провели более 350 звонков, это 67 часов непрерывной и интенсивной работы. Особое место занял уникальный социально-образовательный проект «Серебряный мост», направленный на укрепление связи поколений путем обучения волонтеров пенсионного возраста английскому языку силами студентов старших курсов МГИМО МИД России. Для нас, студентов, большая честь и ответственность преподавать волонтерам «Серебряного моста». За все время проекта мы провели 740 занятий, что эквивалентно 1480 академическим часам. Ежегодно в проекте принимает участие более 100 волонтеров серебряного возраста, старше 50 лет. С
Центр поддержки волонтерского движения МГИМО – это не только рекрутинговая площадка, это настоящий центр компетенций, это полноценная международная площадка, в которой у всех студентов МГИМО, и не только МГИМО, и не только студентов, есть возможность получать уникальный опыт, уникальные практики и совершенствовать свои профессиональные компетенции в сфере международных отношений, в сфере иностранного языка, в сфере протокола и других очень интересных направлений работы. Так что волонтерам больших успехов. Мы в вас верим, мы на вас очень надеемся, и вы лицо нашего университета.